С 12 апреля на 101 маршруте между Чебоксарами и Новочебоксарском увеличат количество автобусов. В часы пик там будут работать не 3 машины, а 21. Салоны будут средней и большой вместимости, изменится и схема движения. В Новочебоксарске 101 будет курсировать по привычному пути, а в Чебоксарах пойдет по 32 маршруту через Новоюжный, Центр и Северо-Западные районы.